Друзья, всем добрый вечер. Голос у меня грубит, я опять испростыл весь, глотка болит. Ну вот у нас в обзоре опять очередная посылка, даже две посылки. Одна посылка там внизу еще, принесу потом. Ну, вот это у нас посылка из Омска. Шла. Из Омска, блин, дней 5, наверное, всего лишь шла. Вот тут рядом Омск. Стоит 900 рублей, отдал за эту покупку. Ну, открываем и смотрим. Покупка это у нас коптилка, переносная коптилка. Что-то хотел изобретать сам. Ну, в общем, плюнул и купил. Ничего не стал изобретать. Плюнул и купил. Нашел новую. Даже какая-то. Вытаскиваем. Смотрим. Тут у нас бумага. Больше ничего нету. Так, вот такая вот коптилочка у нас. Друзья, вот так вот заряжается крышечка. Коптилочка эта ставится на костер. Переносная походная коптилка. Железо довольно-таки не тонкое. Здесь у нас противень для сбора жира. И яруса еще вот. Ну, нам два яруса не надо, мы такие большие объемы косить не будем, естественно. А нет, вот, наверное, вот так вот на первый ярус ставится противень, да, противень ставится для сбора жира, а это уже сюда. Вот. Сюда кладем рыбку, на дно насыпаем опилки, какие-нибудь там талина, там ольха, ну, любые опилки, только не сосновые, естественно, они такие коптят. Все, насыпаем на дно опилки, все устанавливаем, сюда кладем рыбку, так вот, на решеточку. Закрываем плотненько. И ставим на костер. Все. 20 минут. Ну, 15-20 минут и рыба готова. Рыба горячего копчения. Вот. Вот такая коптилочка, значит. Тут какая-то этикетка, не пойму, что это такое. Ну, стоила она 900 рублей. И купил, брал в Омске в интернет-магазине, нашел на Авито, кстати, нашел, созвонился, Авито доставки у них не было, поговорили, они установили Авито доставку, я в этот же вечер оплатил, и они мне в этот же вечер и отправили. Магазин у них работает круглосуточно. Вот, вот и все. Так, сейчас будет вторая посылка, огромная, сейчас принесу и покажу, смотрим. Ну вот, друзья, вторая посылка, это кофр на квадроцикл, давно мечтал, кофр большой, я даже не предполагал, что он такой огромный, для моего квадрика, наверное, даже будет большоватый, но это не беда, пристроим. Зато в него войдет очень много. Вот, немного по нему. Кофр ПЗ 3000. Размеры 620.
на 990, 990, 620, так, и 380 высота. Вот. Объем 130 литров. Вот. Заказывал я его в Москве. Цена его была 7000. Вот. За этот пластмасс я выворотил 7000. Вот. Но вещь очень нужная. Как бы на квадроцикле у меня там корзинка стоит. Вот. С нее вылетает все. Ну вот сейчас мы его откроем. И поглядим. Тут все туго. Да. Оно того стоило. Очень объемный кофр. Сюда я и аккумулятор поставлю, потому что родной аккумулятор у нас слабенький. Вот. Отлично все. Тут уплотнительная резинка стоит. То есть туда ни вода, ничего не будет попадать. Вот такое вот приобретение. Тут крепление, друзья. Все как положено. Очень вместительный кофр. Мне нравится. Была возможность маленько купить подешевле кофр. Там был за 6 800 6 чем-то. В общем, но он поменьше. Ну я что-то раз настроился брать, так брать. Нормальный большой кофр. Вот такой кофр взял. Ну что, смотрим канал, подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх, спрашиваем. Может, кому-то эта информация была полезная. Вот. На подходе у меня еще посылка. Ну, это здесь, в России. И 3 посылки из Китая. Но из Китая я не знаю, когда я их дождусь. Потому что посылки стоят. Вообще стоят. И не двигаются вообще. Вот. Поэтому не знаю, что у них там с AliExpress происходит. Будем ждать. Срок выйдет, откроем спор и вернем деньги.